Житель Шымкента просит главу города озвучить сумму, сколько уже потрачено и будет выделено на развитие Туранского района, и пересчитать сумму в долларовом эквиваленте. Ответ не заставил себя долго ждать. Почему бюджетные деньги вы считаете в тенге, а не в долларах? Нам приятно видеть рядом в скобках в долларах. Все просят говорить все и всегда в тенге, а вы в долларах? Я считаю так, наша валюта тенге. А кому нужно перевести в доллары, пусть это делают сами. Распределять миллионы в районы Шымкента будут. Только в этом году почти 6 миллиардов тенге выделят на благоустройство. Главное сейчас решить коммунальные проблемы нового, 5-го района. У нас крыша течет, у нас ремонта нет. Окажите помощь нам. Одна из домкомов микрорайона Утырар жалуется, попасть на прием к акиму Туранского района очень сложно. Куратор выслушал, а дальше тишина. Дом, в котором живут люди, проблемный, фасад трескается, крыша дала течь. Спрос неслышащих подчиненных будет жестким, уверяет Мурат Айтенов. Мы не ограничимся лишь поручением быть ответственными. Почему такое происходит? Почему заявку на модернизацию не принимают? Почему с такими проблемами люди приходят на встречи? Что происходит? Время просиживать в кабинетах прошло. Работать не только головой, но и ногами. После разбора полетов чиновники спешно отправились в проблемный дом. Похоже, прогулки действительно многим пойдут на пользу, чтобы ответственные смогли по-настоящему прочувствовать на себе болевые точки жителей Шымкента.